Мы сначала проверим всю техническую документацию, которую получил застройщик, в том числе при вводе в эксплуатацию данного дома. В настоящее время я уже обратился в управление архитектуры, обратился в администрацию Ленинского района. Также я запросил, чтобы мне выдали копию ордера на проведение работ, связанных с газификацией данного дома. Как только мы получим всю исчерпывающую информацию, то параллельно мы попробуем сразу же прийти на прием к областному прокурору, чтобы он также пригласил на свой уровень ответственных руководителей администрации города, которые пояснили, каким образом территория, изначально предназначавшаяся для размещения автомобилей, вдруг оказалась занята очередным клубником.